Привет, я Даша. Здравствуйте, я Лидия. В этот день 70-летия Великой Победы я поздравляю всех ветеранов, их родственников, их потомков и вообще просто обычных людей, хотя я уверена, таких нет, потому что действительно нет в семье такой, в которой не славен был бы свой герой. С этим Великим Днем Победы желаю мирного неба над головой. Безусловно. Я тоже присоединяюсь к этим словам, потому что хочу в этот день. Все-таки мы, конечно, не были очевидцем, мы не чувствуем, только по фильмам, по книгам можем все стихам. Это, да, по стихам. Песни. Как-то что передано нам, вот что чувствовали люди вот 9 мая 1945 года. Ну, в общем-то, судя по всему, это была просто восторг и радость, неописуемая радость, когда люди просто обнимались, целовались на улице с незнакомыми людьми. И поэтому, конечно, больше радости, но и, конечно, со слезами на глазах. Поэтому я хочу сказать вечную память всем, кто отдал жизнь за нашу сегодняшнюю жизнь. Ты перестань! Я уже живу. Да. Вот. Давайте как бы помнить, не забывать и учиться на вот этом прошлом. А сейчас музыкальная пауза в исполнении Лидии Федоровны. Похлопаем. Что солдаты с кровавых не пришедшие олей, не в землю нашу полили когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен первых летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя небеса. Летит по небу клин усталый, летит на исходе дня. А в том строю весь промежуток малый, быть может, это место для меня. Настанет день, и журавлиная стая, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес, по птичьи окликая, всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется, порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, мы землю нашу полюбили когда-то, а превратились.
Всего хорошего, и да, я снова вернусь к своим словам. Надо помнить, надо не забывать, надо на этом чему-то научиться. Безусловно. Мира и благоволения вам всем. Всего хорошего. До свидания.